Привет, друзья! Вот мы снова вернулись в Ахмад-эль-Магрибе. Вот. Hi, how are you? We was here and we interested in some perfumes. Нас в прошлый раз такие парфюмы классно заинтересовали. Вот этот вот за 140. Удовский, помнишь? Наташа набрызгала, сейчас расскажем. Да, и какой-то еще за... Ты помнишь, какой вообще? Да. Вообще, народ, помните, Ахмад эль-Магриби, здесь все раз, красота. Да. Все красота и хорошие доступные цены. Да, он послушал. Вот Наташа. Вот я. Всем привет. Немножко голос хриплый после школы. Наташа обычно выписывает духи, потом приходит, спрашивает. Новиночки, мы их нюхаем. Поскольку весь Ахмад эль-Магриби мы показали уже. Это значит, вот шейх, мы спросили, это значит, а шуюх, да, как много шейхов нам объяснили, или главный шейх. Это 55, это 55 стоит. А плеспут он, блотер? Вот Наташа новенький какой-то. Да, это какой-то я новенький увидела. Еще хочу несколько понюхать. Сейчас расскажем вам, потому что вот про эти, конечно, Наташа хорошо отозвалась. А сейдж how much? 60. А эти 60 стоят. Ну, цены очень приличные. В смысле, очень доступные. Ну, такое... Ну, так, Наташа, рассказывай. Эксперт нашего канала по парфюмерии. Эксперт. Я бы не сказала, что здесь какой-то ну, трава, но есть сухо. Кстати, еще раз напоминаю, блотеры, посмотрите на эту сказочку. Да, классно, кстати. Просто сделаю. Очень удобно поставить точечку и будете знать, ну, чем ставить. Пахнет. Так, дайте я теперь. Какая-то трава, свежесть. Вот трава, да. Ну, надо его это... Мне сразу, он еще зеленый, бросилась туда, что трава. Да, импут. Сейдж. Очень такой интересный, такой вот, видите, как кусочек типа обломанный, да? Красиво сделано. Классно. Такой. Поставим парфюмчик. Это мы по это мы подумаем. Расскажи про шеюх, пожалуйста. Я потом расскажу, давай. Потом, если мы его купим, я потом расскажу. Okay. I want try this. Это очень дорогой, это, по-моему, 300 дирхам стоит. This is 300? 300. Это самый дорогой, по-моему. Как он называется? Альфа. Это он есть, по-моему, там. По-моему, он был на блоке. Альфа. Альфа. Ну, Наташа, Альфа. Это ут. Это ут? Помните, ут немножечко так пахнет остро и какашечками сначала. А потом раздается хороший такой аромат, интересный. Ну, а можешь блотер повернуть, наоборот, другой стороной? Какой? Как так? Вот первый же автор. Ну, он написал. Поставил бы просто точечку. Надо это... А ну дай мне, теперь я скажу. О, реально, слушай, он какахами несет. Ну, друзья мои, вы помните, мы рассказывают, реально, вот просто как ты набрызгался, пришел, и от тебя пахнет свежим такой, будто ты, извини, в лепешку вступил. И пахнет вот таким ароматиком. Вот Саммер Ут я еще хочу вот его вот на себе. Саммер Ут, он сколько стоит, помнишь? А Халмач Саммер Ут? 135. Он меня очень... А Плис Путун. Знаете, коробочка очень красивая. Ну, Ахмад эль-Магриби, они все такие вот. Какие-то вот этот хорошие коробочки, очень достойные. И есть, конечно, дорогие, а есть ароматы, которые очень даже доступны на подарок. Супер. Вот мы Зурейку постоянно привозим. Не вижу, где тут Зурейк. А вон, я хочу еще это, какой-то да. Один. Там вон стоят коллекция Зурейки. Ну, вот они, три наших сегодняшних. Боже, какой он классный. Выбора, да? Это с ума сойти. Это какой-то... А ну, можешь рассказать? А вот консист. Ну, вот... Из чего состоит, спрашиваю? Лимон. Лимон. Лимон, ут. Оранж. Апельсин. Миск. Муск. И мускус. Лимон, оранж, лимон, апельсин, муск. Ну, да. А? Со шафран. Угу. Ясно. Ну вот мне он просто шикарный. Что там такое? Понюхай. Надо его на себе, он такой. Сейчас классный. Вот такое Summer Oud. Название, конечно, не это. Многие ароматы имеют название Summer Oud. Но вот... Нет, честно, мне он как-то, ну, какашечками, ну, легкими какашечками. Ой, что-то упало в кафешечке. А мне нравится. А давай еще вот в Зурей какая-то коллекция новая была. Что-то было там. Что? Не Зурейку, это вот ван парфюм. Вот такие не по 55. И мы такую Зурейка привозили и до сих пор привозим. Очень нашим друзьям нравится. Ну это из этой серии, скажем так. Это... 55, yes? Yes. Такая бутылочка вот.
симпатичная очень. Блин, ну вот это СКУ-35, я не знаю, я его набрызгал, мне так нравится. Мы можем набрызгать, походить, вернуться и взять. Прямо меня, я не знаю. Вот это смуск. Так, покажи, как написано. Муск Ахмед. Муск Ахмед вот такой вот. А есть и черный такой, и Зурайка светлая. Такой бутылки подобные. Да, ты говоришь такой же. Такой же бутылки. Такой же бутылки, такие цены, такая же коллекция. Оставлю он в описании классный, видео. Слушай, он классный. Он так пахнет обалденно. Такой, знаешь, очень-очень сильный, очень диффузный. Сначала, конечно, диффузный, очень много. Что это такое? Диффузный это наполняет собой. Ну а чем? Расскажи, цитрусы. Муски цитрусы. Вот ну, цитрусы это ярко, с утра немного, это прикольно. И его надо немного. Вот, кстати, вот ароматы отличаются, когда ты брызгаешь весной, и зимой, да, и летом. Очень. Тут здесь вообще, особенно, тут вообще, особенно. Тут сильно. Так не пахнет. Вот он классный. Ну, мне он легенький такой сильный. Мне он легенький. Это тебе так кажется. В общем, так, вообще цена, рассказали. Цена очень хорошая, приятная. Наташ, давай расскажем про этот, он тебя впечатлил тоже. Ой, вот этот Silk Wood. Silk Wood, шелковый ут переводится, стоит 140. 140, yes? 135. 135. 135. Он меня как впечатлил? Когда он меня набрызгал на меня? 12 pieces, 1 piece free. 12 pieces? 1 piece free. Ой, в общем, если покупаете 12, народ один бесплатно. Но мы много покупали, как-то было, мы 12 могли купить. Так, короче, он меня набрызгал. Такой реально сначала классный цветочный букет, так хорошо, так приятно. Часик мы погуляли, походили, и я думаю, а чего как-то я так куда-то вступила? Ну, в смысле, собачки где-то рядом. Реально, какаха несет. Вот я серьезно, я обалдела. Представляете, но, вы приходите, да, на собеседование, это вас какахами несет. Ну, может, это мне, так я не знаю. А потом он как-то разошелся. Да, потом разошелся, сильно пах приятно. Ну, но вот это вот странный такой оттуда, странный, конечно, аромат, странный, да, странный. Когда несет, извините, какахами. Мне очень не понравился этот момент. Во, а вот этот мне как-то вообще слабенько. Это 135. А это 140. А, видишь, еще и дороже, но... А ветра есть. Ну, мне он не нравится. Он какой-то вот... часто нюхаем, заходим. Совершенно спокойно. Да? Совершенно. Так, ну что, я помню, что в прошлый раз сказала, что ты вернешься за шейхом и расскажешь про него. За шухом. Да, за шухом. Шух? Как райт? Щук. Ну как шейх. Ну Наташа вот он впечатлил. Сначала мы поврызгали, нет, а дома она все время блотер нюхала и себя нюхала. И он стоит 55. Ладно, давай ты рассказывай. Надо, не надо. Короче, тут такая красивая амбра. Просто приятная, обалденная. Она остается. Но еще тут цветы, тут бергамот, тут очень много цветочного. Но при этом есть вот пачули. И пачули я набрызгалась им. И тоже, знаешь, такой момент у меня, но это воспоминание как вот из личного, да, когда речная вода, немного ряски, какой-то вечерний, летний вечер летом. И прохладное, боже мой, и вот этот вот аромат, именно тот, ну, знаешь, вкусно, он буквально так хопа прошел и ушел, и вот и амбра остается, очень красивая, нежный, и я обалдею просто за такие цены, но как 55, бы... 55, то есть его ты покупаешь сегодня? Я по-любому его. Я уже 2 года, если не больше, хожу. По-моему, он еще до этого был, до ковида. Нельзя говорить опять? Ну вот да, до этой вот болезни. Нельзя говорить, это могут видео заблокировать. Все, матюкаться можно, да, это да, нельзя. Вирус можно, ну, как короче, это нельзя. Короче, я ее, надо. Вот не знаю, он мне так и зашел вообще. Ну тогда это, ну, мы, наверное, покажем потом покупки уже, что взяли. А сейчас ты подумаешь за 135 этот, что это снова, Summer Wood? Сейдж, ты подумаешь сейдж еще. Вот он, давай, надо набрызгать. Брызгай на руку сейдж, брызгай на руку Summer Wood. А потми сейдж. Знаете, да, наш совет уже, что нужно набрызгаться, походить, по-любому, и потом по-любому только возвращайтесь покупать, потому что что-то может он, аромат может выйти в совсем не то, что вы ожидаете. Они так щедро брызгают. Ну, оно само рот прекрасно. Так, ну что? А вот и зит. Какие-то новые коллекции. Для волос. Это для волос? А, это видишь, это... Сколько стоит? How much? This one for 80 dollars. 80, yes? So 80, this one. 80. This one 50 only. Это 50 всего лишь. And this one also 50. Mm-hmm. 50, да? По 50 есть, а это просто на голову. А, вот, смотри, это же у них... Я поняла, вот же, смотри, это утрос. А, типа, да, как и аромат. Да, а вот, это... И это утрос, и это утрос. Ну да, это... Угу. This one. Они, кстати, очень даже приятные.
фрагментов. А, и вот это вот коллекция. Кстати, тоже. Это кто? Это если это... Это что такое? Это что? А, я... Бидоны сам? Да, 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 но я его не люблю. Да? А расскажи, почему ты его не любишь? Не знаю, мне не нравится. Я не знаю, что... Ну, дай мне понюхать. Мы нюхали его. Ну, вообще не понимаю. Мыло какое-то, порошок, ну, чешуй это. Поэтому я не люблю его. Вот нет. Что-то... Нет, нет, нет. Так, ну давай. Вот, да, Росмюар? Росмюар. Кстати, вот как бы флагманы, это ут лавандер, ут роуз, это их фат. Это просто вот шикарный аромат. А вот ты показала, да, роуз? Ну, показала, но так не рассказала про нее еще. А потом флакончик классный. Он был такой. Я его тоже когда-то нюхала. Ну что, роза? Роза-роза? Ты знаешь, немножко вот роза, вот сейчас, это опять же надо развеяться, оно как вот роза, которая немножко подувяла. Кстати, мы находимся в Иляйне, в нашем небольшом Джимми Молле. Нет, небольшом, скоро это будет как бы... Ну, скоро его пытаются сделать большим, но из Иляйне он самый небольшой, но самый уютный молл. А, кстати, я вот сейчас показываю все ароматы снова. Ну, потом еще, извините, люди проходят здесь в Иляйне, очень не любят, когда их снимают, фотографируют. Как это такая вот красивая, как елочная игрушка, мне напоминает. Глория. Слушай, вот этот мне не нравится. Перут, вот тоже Перу-ут. У него есть какая-то синтетика. Синтетика. А вот этот я слушаю. А здесь how much? Глория. 140. Again? 140. 140. And please this put. 140. Что-то такое приятное, ты знаешь? Ну, давай сейчас разгадаем. Что это? Ой, слушай, сейчас вот меня удом, честно, повеяло каким-то. Или от тебя, или от продавца, или от ароматов таким вот какахом. Или от жизни. Да, от или жизни от жизни. Не-не, я понимаю, мы ни во что не вступили, мы просто стоим возле уда. Ну, надо походить и посмотреть. Что он говорит, я не слышал? Это, ну, Флой, ну, цветочный аромат. Цветочный. Ну, тут есть такое, знаешь, какое-то, как конфета какая-то еще. Ну дай мне понять. Ой, сейчас разберемся с вами, что там есть. Ну, надо его это, надо Глори. Знаешь, когда ты как мишки эти твои желатиновые. Да? Ну такие вот, да. Вот я же говорю, типа что вот такая мишка. Ну надо, чтобы он разошелся. Так что, друзья мои, выбираем сейчас парфюмчики. Выберем вам, покажем. Ох, пар красивый. Ну надо нюхать. Смотрите, народ, наше решение. Сейчас Наташа берет только шиюх. Вот такая красивая коробочка за 55. А вот... А ну, покажите. А, смотри, смотри, это он это. Сейчас будет рассказывать. Сколько? How much? Ага, ну тут смотри, тут смотри, это. Есть. Лаванда. Ага, лаванда. Это вот такая штучка, бахурница и бахур. А, это ут. Это ут. Это не бахур, это ут. Сколько это стоит? 220. Ага, ну нам не надо. Это все не надо. Красиво. На подарок очень красиво. Да, и ут лаванда очень классный это, аромат. Классный аромат, да, так и нам. Нам пока не надо. Окей, now only this one. We will think, thank you. Ну, мужик попытался, красиво, по крайней мере. Красиво. Покажи коробочку запечатанную. А. Вот она. Вот это мы берем за 55. А за этим мы, наверное, еще ну, вернемся. Посмотрим. Погуляем по Карифору, и Наташа будет нюхать. Окей. Пока этот. Вот Наташа говорит, снять еще вам парфюмчики. Ага. Вот эти вот ты хочешь показать, да? Слушай, это чисто арабские. Это чисто арабы. Шейха Хинт, это такой просто пережженный ут. Такая, ну для меня это красота реально. Его надо микродоза, но это обалденно. Это стоит 160, 100, ут Моза полегче. 160, а этот 145. Мускут. Вот сейчас я нюхаю мускут. Ох, тебя пахнет. Чем? Какахами. Вот, кстати, уже стоит наш пакетик на Шахмат Эль Магриби. Ага. Это счет он распечатал? Думаю, он мне уже дал счет. Мускут хочу набрызгать. Он такой какой-то интересный. Мне нравятся такие флаконы, я не знаю. Ну тут ну, вообще, что... слушай, у всего Ахмат Эль Магриби просто классные флаконы. Кстати, везде, хочу сказать, что очень качественные флаконы. Потому да, что... помните, вот... мы брали Ибрагима Аль Кураши, у Наташи там полетели два флакона уже, они да, открываются. И в... Ну, классно, слушай, надо, чтобы он развеялся, мускут. Ну, в общем, развеемся, надеюсь, придем и расскажем. И еще поганое про это, Junaid Parfum, у них и вытираются названия.
А у Джинаида, который мы брали, кстати, в Дубае, и многие до сих пор смотрят и пишут комменты, вытираются названия парфюма. Все, лежит здесь все. Берем и, надеюсь, здесь еще вернемся. Мускут. Все, Наташа пишет имя, мы забираем блоттеры и идем дальше гулять по молу. Отлично, я все угадала. Смотрите, друзья, мы вышли на улицу. Вот он, Джейми Мол, но он большой, в принципе. Будете в Ильяне, заходите. И Наташа сидела, закрыв глаза, а я давала ей нюхать ароматы. Наша любимая игра, по-моему, так в Джунаиде в Дубае делали. Да. И что тебя впечатлило, меня расскажи. Вот Сэйдж я сразу угадала. Глори мне понравилась. Очень странно. Афа, ну нет. Ну это просто, я когда сама его брала, это просто такими какахами пахнет. Просто навозом, извиняюсь. Ну это, и мускахмет. Это надо понимать и любить. Мускахмет, вообще, я два раза, мне все время мускахмет. Не, я такая, вот, это самурут, нет, мускахмет. А самурут, ты мне, по-моему, даже это... Последняя тема дала, но ты дала, уже такая, я уже несколько раз тебе давала одинаковые, чтобы было справедливо, но ты уж такая видна. Кстати, занюханный вот это... нос твой был, что ты не угадала Мужский его. Мужский ут, я как-то вроде да, а потом сразу нет. Вроде да, нет. А и... на руках у тебя еще раз сейдж и... Сейдж тут, а здесь сам рут. И, кстати, вот этот Рос Нуар, я сразу сказала, это он, но сразу нет. Вот. Но это надо любить. Опять же, тут какая-то вот такая горчинка, или вот я не понимаю, вот увядшись, вот есть здесь какая-то нота увядания. И она мне не нравится. Погода, кстати, сказка сейчас в Эмиратах. Хорошо, я не хочу ноябрь и вообще класс. Вот можно посидеть. Нет такой жары и нет пока такого еще лютого холода. Бывает тоже такой холод в Ильяне, конечно, приличный. Ну, не днем, не днем. Так что вот сидим, думаем, думаем, что Наташа еще купит. Что, есть Наташа? Я не знаю, я теперь в сомнениях. В сомнениях, да, вот. Ввели в заблуждение. Будем еще нюхать, думаем. И слышишь, обалдею и нюхаю самую рану. То есть сейчас три у нас варианта. Summer Oud, Ахмед, Мускахмед и Сейдж. Это какое-то, это клиника, как это? Как очень это много есть классных, хороших ароматов форма, у тебя. Да, а у меня такая затяжная форма этого всего. Нет, нет, не буду, никогда не покупаю и опять. И дай тебе пальму на голову поставлю, так красиво. Давай, так красиво. Да, супер. Хотелось пошуршать. Да, короче, захотели вам пошуршать в камеру, поскольку есть еще три достойных аромата. Наташе нравится и Глори, и Сейдж тебе нравится, и Муск Ахмед, и что-то еще. Да, четыре даже. И Наташа пока не и может определиться, поэтому, наверное, сегодня Наташа ничего покупать не будет больше. Но мы должны как-то закончить видео. Кстати, красивый такой же, золотом переливается коробочка. Ну, как должно? И Наташа решила вам пошуршать Наташа в камеру. Наташа решила себя еще и ногтики испортить. Ну, я только маникюр сделала, да? Слушай, а может ты мне поможешь? Давай я сниму, а ты... Тебя мало в кадре. Давай. Давай. Давай, переводи, переводи. То есть я сейчас буду распаковывать. Мне ногтики не нужны, да? Ну, вот. У тебя это просто очень крепкие. Приятно, когда вы пишете комменты и ставите лайки. И особенно, когда мужчины там про ароматы бывают, тоже пишут. Это так удивительно. Так приятно, что... А чего удивительно? Ну, просто мы, наверное, рассказываем больше про женские ароматы. Вот, а до мужских как-то и руки не доходят, ну и как-то я не привозим мы нашим мужчинам, прошу... кстати, ароматы, шмотки привозим, да? А они не просят. Да, они не просят. Прошу прощения, но вот шую, самый рут, очень много ароматов, это унисекс. Вот ну, то, что мы... у меня тоже унисекс, меня кожу купили в прошлый раз, и мне она нравится, я брызгаю, да, туда, так прикольно. Что, кстати. И вообще это так, все ну, в нашем уме. Давай, давай, давай. Вот я исправилась. Шуршу. Правильные люди бросаем мусор. Себе, да? Ну, сейчас ты будешь разворачивать? Нет, ты. А, я могу. Ой, коробок. Как блестит, а жалко выбрасывать. Да. Боже, я столько коробок выбрасывала. Именно вот тех, которые, помнишь, это был и, как она, Шахерезада из Арабия Нуда, да, там такая прямо коробище. Потом этот Бин Шейх там. Наша коронная фраза. К картону претензий нет. Да? Картон очень достойный, так, господи, он хоть не вывалился. Сдашь на втор сырье и все, и богатый. Красота? Да, отражается так, пальма. Сейчас давайте аккуратно оно выйдет. Коробочка, к картону снова нет претензий. Вот он, шаюх. Шуюх. Шуюх. Что, пахнет? Набрызгай на меня, хочешь? Вот сюда. Да. Сюда. Хочешь? Ага, так, чтобы брызгалочка еще работала. Да, кстати, сейчас, если что, пойдем сдадим. Три раза. Нормально. А ты заметила, как он набрызгал, когда Муск энд Уд, да? Я же набрызгала два раза, а он такой, да, я еще набрызгаю побольше. Ну, симпатично. Так, давай ты еще посмотришь, ну, на всю бутылочку, все вот это вот.
Ах, какой он хороший. Made in UAE, то есть сделано в Эмиратах. Да, то есть кому нужен реально подарок из Эмиратов, не из Китая, ниоткуда, пожалуйста, вот он. Да. Давай ставлю. Ах, какой он классный. Давай перевожу камеру. Ой, извините, мои пальчики в кадре. Вот. И знаешь, за 55 дирхам это офигенно достойно. Больше чувствуется цитрусового. Ну, вот такого цитрусового, наверное, бергамот, да? Это не лимон, это не апельсин, это все-таки вот бергамотное что-то. Цветы не первичны, не выпирают. Здесь больше, вот я сказала бы, бергамот, амбра доминирует, пачули, вот такая сырость, ну, приятная, обалденная. В общем, тебя это вызывает очень приятные впечатления, это вот, воспоминания. Это даже не это воспоминание, это случилось вот один раз, когда мы на прошлой неделе набрызгались, такая, о, с ума сойти, но это мое личное воспоминание. А здесь вот это тот аромат, который цепляет меня, он вот цепляет именно нос мой. Такой, не хочется его нюхать. Бери. Уже всего-то 55 дирхам, да? Кстати, он тебе подходит к этому шикарному поясу, который мы купили в Кракове, когда ехали домой, добирались домой в этом году. Слушай, опять мой любимый, фиолетовый. Посмотри. Ну и шлепочки, Наташа, эти фиолетовые, любименькие, с Вроцлава, да, что-то. Так, посмотри, какой градиент тут. Это как бы, я не могу понять, тут желтый, это просто жидкость желтая, это сами духи это дают такой эффект. Да, внутри как желтоватая, да. Нет, точно. Ну это, ну интересно как-то. Ну красота. Я говорю, флаконы вообще вот здесь, слава богу, Вахмет и Магриби. Вот в этой фирме, да. Очень качественно все сделано, потому что вот уже практика показала. Ну, этот тот, как он? Ну, первое, Магриби, ты говоришь, Ибрагим Аль-Кураши. Ну, да, вот там с флаконами проблемы. Травмы. А Джунейди стираются названия. Начали стираться названия с какого-то перепуга. Ничего, там, стразики ничего не отвалились, но вот название на Уди, какой у меня там Уд? Я уже не помню. Ой, не ут. Видео ставим в описании, посмотрите. Агадир. Город Агадир, да? Агадир, да? Да, так что вот, вот там проблема. А здесь, ну просто, слушай, мы прямо это... Все, очень довольна. Видео получилось, надеюсь, классным. Ставьте комменты и лайки. Пишите комменты и лайки. Все, всем спасибо, всем пока.